22 апреля в Уфе стартовала городская патриотическая акция «Георгиевская ленточка», посвящена на 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Традиционно всем гостям мероприятия, члены Уфимского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и воспитанники военно-патриотических и подростковых клубов Уфы раздали георгиевские ленточки. Ну, я думаю, равнодушных здесь найти людей трудно, мимо просто пройти невозможно. Когда слышишь эту военную музыку, когда видишь этих ребят. Я учительница и всю жизнь работаю с молодежью, поэтому мне чувствую это очень приятно и радостно. Польза очевидна. Это учит доброте, это учит тому, чтобы люди не забывали, какой ценой завоевано счастье. Это ежегодная акция, ставшая уже традиционной, проводится в этом году в 11-й год подряд. Основные цели, во-первых, это сохранение памяти о том, кто и какой ценой добывал победу в Великой Отечественной войне, создание символа Дня Победы. Я участвую в этой акции, потому что не хочу остаться равнодушной ко всем. Это же тоже память для всех, для нас, для наших предков. Также для стариков, которые участвовали в этой войне. Это для них память. Также для них на всю жизнь останется. Они это никогда не забудут. И будут жить с этим всегда и до конца.